Холода приближаются, а это значит, наступило время зимних видов спорта. Правда, ждать понижения температуры, чтобы выйти на лед и сыграть в хоккей, в Щелкове было не обязательно. На ледовой арене окунуться в атмосферу любимой игры можно круглый год. В канун зимы в спортивном учреждении состоялся финал Кубка Лайт-лиги по хоккею среди мужских любительских команд. Мы провели сначала предварительный этап, где 6 команд сыграли в один круг, выявили победителей, призеров и команд, занявших 4-5 место. И после проведения предварительного этапа мы уже стали проводить плей-офф по олимпийской системе. Проиграл – вылетаешь. Состязания на Кубок Лайт-лиги прошли впервые. Организовал и провел турнир спортивный клуб «Литвинова». 6 команд из городского округа Щелково, а также Черноголовки и поселка Свердловский вступили в борьбу за главный трофей. Состязания проходили в течение 2 месяцев, преимущественно на Щелковской ледовой арене имени Третьяка. В финальном матче на льду сошлись команды Щелково и Литвинова. Стоит отметить, несмотря на то, что матч проходил при пустых из-за ограничительных мер трибунах, атмосфера игры осталась неизменной. Все-таки хоккей – любимая миллионами игра. Команда Щелково сразу взяла за дело. Первая шайба отправилась в ворота литвиновцев уже в начале первого периода. Игроки Литвинова принялись атаковать. Однако Щелкова после первого забитого гола не собиралась терять хватки и не расслабилась. Итак, начало третьего периода, и на табло счет 3-0 в пользу щелковской команды. Однако нужно помнить, что хоккей – это игра, и она может быть непредсказуемой. Воспользовавшись моментом, Литвинова отправила шайбу в ворота соперника, но все же фортуна в этот день была на стороне хоккеистов из Щелково. Команде удалось забить еще один гол и завершить игру со счетом 4-1. Соответственно, ей достался и Кубок Лайт-лиги. Как оказалось, для самих хоккеистов эта победа над сильным соперником была весьма неожиданной. Это было непредсказуемо. Уже была огромная победа, что мы вышли в финал. Спасибо команде. У нас отличный коллектив. Всем ребятам спасибо. Без преувеличения все внесли огромный вклад в эту победу. Помогло выполнение тренерской установки. То есть мы последние несколько тренировок проводили с упором на игры. Наигрывали какие-то комбинации, отрабатывали тактику. Планировали побороться за медали, но чтобы выиграть финал, тем более мы играем, наша команда достаточно молодая. Играем всего год-полтора примерно. Побеждать нам понравилось. Мы абсолютно точно уверены, что будем дальше заявляться на другие соревнования, соответственно. Будем стараться побеждать. Награждение победителей и призеров – самый торжественный момент состязаний. В конце матча руководители проекта «Лайт-лига» также вручили индивидуальные награды лучшим игрокам турнира. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.